29 июня у нас сегодня. Едем в город. А с города опять пробка. Он просто капец какая. Все отдыхать едут. Да, Варя. Где? Ну видишь, это антиполицай. А, там? Подожди, 35 градусов. Где там? На улице сегодня жаришка. Жаришка? Да. На. Не догнать ему. По бамперу надавали, он отлетел. А, вон у него бампер валяется. Субару. Да вон микроавтобус стоит там дальше. А, там? Тю, там, там. Все, можно выключать? Да. А там еще и мотоциклист был. Был. Не, ну вон мотоцикл стоит, он просто, видимо, ехал. Он просто улетел. По пути. Пешком пошел, психанул. Мотоцикл целый, значит, он... Да, он просто остановился. Что же сегодня происходит-то? Жара. Музыка орет, как всегда. В общем, пришли мы пообедать в нашу любимую республику. Я взял супчик, салат, сдобрый лухаря, что ли, и свинину с рисом. Ему все принесли, а я сижу жду. Я заказала всего лишь цезарь с креветками. Я его очень люблю. Вот и он. А еще на бизнес-ланч в республике в июне было вино красное, полусладкое, за 80 рублей фужер. И очень вкусное. И салат вкусный, и вино. В общем, мы там шикарно покушали, поели. Мне все понравилось, как всегда. Сегодня все вкусно. Все вкусно сегодня, нет? Ну, кроме свинины. Кроме свинины. Пепперони там было, кафе снесли. Это Первомайский сквер. Здесь было еще. Здесь была Нью-Йорк пицца. Да. И потом Тайс какой-то кафе тут открыли. Ну. Все. Короче, пролетели все. Ну. И там еще было это. Как положили. Джуниор. Ну, Джуниор, да. Да. Дадим. Тут еще камушки какие-то положили. Не очень ровные, конечно. Тенечки хорошо, да? А тут, кстати, тоже где-то белочки нет, жили. Нет, ну вот все это, кстати. Он же приезжал за сыном, когда жил там, за озером они жили. Слушай, а тут еще был... А, нет, вон она. Здесь клумбочка такая была с цветами, и вон какой-то... Это какой-то мусульманский этот. Вот мозг. Фонтанчик. Пылающие купают. Главное, жаришка. 35. Новый Сибирь. Кто купается? Не знаю. Мочит ножки. А здесь был как? Джуниор. Джуниор назывался, разве? Да. Этот мужик с собаками уже лет 10.
собаки на него работают, бедолаги. Попрошаем чуть для него. Я даже не вижу, что я снимаю. Мороженка на машине. Рожок 70 рублей, да? Хочешь? Муж решил рожок взять один. А мы в республике. У нас было на 275 ланч салат, кетерев, сырный крем-суп, свинина. Я ничего не хочу, правда. Я объелась и отпилась в республике. 0,5 морс, 85 рублей. Две штуки. И чизкейк Нью-Йорк. Так. Второй морс это морс. Вино. 1, 2, 3, 4. Цезарь. 275 рублей. И банана сплит. Мой десерт 176. В итоге 1363. Ой, мне очень понравилось. Прям супер. Мороженое из этой машинки. Сколько оно стоит? 110. 110 рублей рожочек. Вкусно? Угу. Сколько кукей? Вот так, да? Не, сейчас. Ну сейчас, подожди. Чем мы помыли. Котика. Подожди, заведу к тебе, пока кто-то поработает. 460, да? А? 460? Да. 460 рублей отдали за мойку с химией, без протирки и коврики. Чистенький зайчик наш, ушастик. Лапуся, но я не за рулем, потому что я пила вино. И там жарко. Тут, оказывается, есть на Горького какой-то кафе нудл. Рамен нудл бар. Японское. А мы поехали в Ауру. Там хорошая парковочка. На минус второй этаж. Или как? Минус первый. Без разницы. На любой. Не, ну минус второй там, наверное, прохладнее, да? Без разницы. Они одинаковые без. Фонтанчик. Мэрия. На улице, я не знаю, в машине показывает на солнце 39 градусов. Пам-пам-пам. Мороженое. Я, кстати, попробовала, мне не очень. Тебе как? Да вкусно мороженое, вкусно очень. Нет. Что-то мне показалось, оно прям какое-то как жирное. Не знаю, как объяснить. Не очень мне. Я всего один раз попробовала. Укусила. Переключился. Получается, ровно через 2 недели мы будем выезжать в Анапу, и нам нужно загореть. Ну, хотелось бы, да, загореть, но это вряд ли получится, потому что суббота-воскресенье у меня полно делов дома. Чуть мужик не упал. Не упал? Поскатнулся. Смотри, тут какие колдоюды. Потихонечку едет. Вот так вот у нас. А что нам надо сделать? Масло поменять? Завтра. Фильтра? Завтра. Перед поездкой. Потому что туда-обратно это 9, почти 9 тысяч получится километров. Чтобы там не менять. И чтобы там не менять, мы поменяем масло заранее. Сейчас у нас 5600 пробега. Нам надо посмотреть ходовку, да? Проверить просто и заправить кондиционер, потому что потому что что-то он как-то 18, но плохо охлаждает. Так надо... уже третий год уже ездим. Третий раз едем мы на Паджеро, да. Надо подзаправить кондиционер, потому что может быть кусачая жара где-нибудь в Краснодарском крае, в Ростовской области.
Где с кондиционером еще? Саратовской, там, да? Мы там умрем. Волгоград. Волгоград, да, там. Да у нас вот сегодня реально, ну что, кстати, 37. Мы проехали, 37 стало. Было 39 на солнце, сейчас в тени. Вот мы в тени стоим, 37. Ну. Было 39? Да, я ж тебе говорю, я начала снимать 39, где мы стояли в магазине. То есть он маленько охладил, стало 37. Вот тебе здравствуйте. Вот тебе раз. Не пускают нас в ауру. Что они там делают? Грузят. Кого там они грузят? Кого-то грузят. Самый любимый торговый центр — это аура, да? Потому что в 2018 году они нам сделали очень хороший подарок. И мы их любим до глубины души. А кому интересно, какой подарок, ставьте лайки. И я тогда расскажу. Такие лайки. И там нажать. Пиу. Собака серая. Только помыли машину. Стоит там своим душем. Поливает. Куда сейчас поедет? Ну, естественно, налево. Кто бы сомневался. Я, короче, вчера еду в этом. Через ПЕТ поехала. Вот так едет велосипедист. Я еще думаю, сейчас включу телефон. Мы стоим на красный. Он, естественно, на красный, он проехал. И просто повернул вот так вот. Переходить. Ну, где пешеходы переходят, налево. Налево, да? И там вот чуть машину не сбила, которая слева стояла, она поехала. Он чуть не сбил, его засигналил. Тот улетел, аж чуть не в этот, не в кювет. Думаю, дебил, что ли? Вообще. Нормальный. А я еще прям специально думаю, сейчас я достану телефон и сниму, как он едет. 100% не остановится. Ну, естественно. Он же на дороге, он себя машиной считает, а на пешеходном переходе он считает себя пешеходом. Дебилы. Что можно сказать? Откуда у них права? Дальше же. Да, дальше. Тут одностороннее движение, тут под кирпич. Да? Дураков-то много, что ты удивляешься? Вообще просто, как он вообще сюда нахуй попал? Дура, блядь. Это еще один красавец. Еще один, блядь. О, херач, блядь, обратно. Ну это морковник, ну неудивительно. Сидят все в шляпах. Теперь направо. Да откуда вы, сука, все перебитесь, дебилы, блин? Ну, заднеприводные, ты по... Хотя у нас был задний привод, моргал. У нас сейчас задний привод, но это вообще другое. Так, что, куда? Так, подожди, я не знаю, у кого уступи дорогу. У нас. Да я просто смотрю. Нам направо. И вот выход этот. Ага, там нету места, кстати. Вот сюда. Дай назад. Никого нету. Хз, не вижу я ни хера. Никого нету. Нету. Давай. Всегда есть места. Ну, сейчас мы рано приехали. Мы обычно позже приезжаем. Чего? Сейчас тут налево. Или подальше? Ну, или подальше, или вот тут. Ну. А здесь есть места. И тут, получается, вот вход. Места есть всегда. Ну, в третьем ряду там просто хоть боком едь, как говорится. Это как близко к нему, аж страшно. Сейчас будем мои роликсы делать, да? Да. Что, все хватит? Да. В этот раз в ауре наши часики поменял браслетом за 700 рублей. А в прошлый раз мы 3 часа поменяли браслет. У одного брали 5 звеньев, было 800. Ну что-то как-то минутка. В этот раз был другой мастер. Где он? Какие шортики для дома?
Батюшка. Тоже пижамные. Котик. А вот что значит лето. Что у него? У нас главное. Парковка в ауре почти пустая. Направо. Ты что, забыл? Да, что-то я забыл. Дальше направо. На раду никого. Сейчас налево, да? Сейчас направо. Чего налево? А, направо, в смысле. Пока включат поворотник, да? Погода на улице хорошая. Все люди тусуются. Кто на даче, кто на пляже. Ну, дай назад, что, прошелся? Этот тоже следом, тоже не вписался. На первом этаже побольше народу. Кстати. Да. Тоже нету нигде на улице. Ничего. А вот в Сулугуни какая-то грузинская кухня. Что, сейчас где-то припаркуешься? Да. Нигде. О, облака такие красивые. Вот самая центровая улица, площадь Ленина. Вечно все. Улица Ленина, а не площадь Ленина. А я сказала площадь? Была улица. Все позаставлено в три ряда. Сидит. Тупит. Давай быстрее, блядь. Тоже кайф. На улице 9 час, но так тепло. Елка лофт у нас у детей выпускной. Это фабричная улица в Новосибирске. А там такое здание смешное. Что-то как-то все разрушено. Блин, мошки, мошки. И в здании трава растет на крыше. Самокатист, и как его назвать? Самокатчик. На светофоре самокатчик остановился на светофоре на красном. Такое очень редко встретишь. Обалдеть. Обалдеть. Почему заехали? Суши, мейк. Пойдет? А там скидка. Суши 50% на готовые. Надеюсь, мы не отравимся.
Короче, 590 стоит вот такая. Сейчас, подожди. И конфеты подарили. Да? Такая коробочка. Стоила 1200. 50% скидка. Открой. Ой, да. Ну все, можешь забирать. Купили 3. И одной девчонке заберут. Ой, я не могу достать. Ну да, одинаковые. Сердечки. У нас дома такая жара. Алиска, ой, прости, пожалуйста, Алисочка, моя куколка, Алисонька, маленькая моя девочка. Она тут от жары с ума сходит, маленькая. Ну, пожалуйста, я тебя поглажу, стой. Хорошая. Напугала ее, просто там пнула ногой что-то. Она испугалась. Маленькая, сейчас маленько жара спала. Маленько полегче стало, да? Маленькая ты моя куколка. Чего ж бы девушка держит? Да, да. Че ты там, кс-кс-кс? Алисочка. Алисочка моя куколка. Ой, ты мушечка надо почесать, да? Кусать хочешь? Нет? Улов у нас сегодня не особо большой. Такие брюки муж себе купил. На работу ходить. Клетки. Не люблю клетки. А я купила вот эти шортики. С котятками. Такие милые. Не могу. Обалдеть. И плавки купальные. Скоро съедем в Анапу. Просто черные. 400 рублей в... Где? В кропе. Это фандой. 350 рублей шортики. Такие кайфовые вообще. Они такие приятные на ощупь. Просто одену сейчас. Вот и все. Сейчас пойдем суши трескать. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока. Одни часы, поставили ремешок и брали 5 звеньев, 700 рублей взяли. В прошлый раз видели, да? 800 рублей было. У 3 часов поменяли ремешки, тоже звенья убрали, еще и батарейку поставили. В тот раз другой был человек, в этот раз... И потому что он подумал, что лечит... Что-то я не поняла, что за цена, ну да ладно. Красиво, наконец-то, мои часики будут на руке. Ну вот, кушаем суши. Что-то последнее время я суши не очень. Вот все нужно, что нужно знать о суши с лавой сверху. Остальных, которых нет сверху лавы, хотя бы видно, что там внутри. Поэтому приходится класть побольше начинки. А у нас в Новосибирске пошел дождь. Что вы думаете? Хотя его не обещали. А мы вчера машину помыли. Не, ну это вообще просто нормально, нет? Ужас. На чистой не получается поездить. Ой, сидела, ждала, когда мама горшочек помоет. Сразу побежала в чистый. Чего, господи? Чисто плотная наша. Давай, я тебе подсвечу. Молодец. Молодец. Ой, какая умница. Сидела, ходила вокруг, ждала. Не могу, она всегда так сидит, качается.
У нас спала жара. Сегодня 24, по-моему, градуса. 30 июня. Кстати, сегодня день города Новосибирска. В городе там, наверное, тусняк. Дождь людям обломал все. А вчера была такая жара. Алиска сегодня балдеет. В окошечко сидит. Да, Алис? Алиса, смотри сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты балдеешь? Ветерочек прохладный дует, да? Вчера валялась везде на полу, пыталась прохладу найти, маленькая. Кто там стучал? Кто там стучал? Да? Я зарядку буду сейчас делать. Угу. Чего? Напугалась? Мордочка, мордочка такая хорошая. Ловит свежий ветерок. Да? Господи. Короче, сегодня 30 июня. Вчера мы помыли машину. Сегодня прошел дождь. Все, машина грязная. Как же круто, столько травки выросло. Ой. Красота. Да? Так, сегодня у нас 30 июня, мы сходили в магазин, купили. Оно все одинаковое, да? Нет, разное. Карбонат российский. Все. Корейка. И что это? Рулет боярский. Так, что почем? Хоккей с мячом. Сливки 103. Светофори 2 штучки. Карбонат 426. Корейка 439. Рулет 374. Это цена за килограмм. И печенье. Килограммич такой большой. 125 рублей. Не знаю, выглядит вроде ничего. Попробую, скажу. Сливки у них вкусные. Дальше пятерочка. Вискас по 21 рубль взяли. Фарш полкилограмма. 166 рублей. И йогурты по 39 вроде. Такие. Ну что, надо же что-то тоже покупать. Все. Хоть мы и едем через 2 недели, что-то купить надо. А, яйца С0 по 99 рублей. Большие вроде. Не знаю. Может, из-за того, что этот скрыто там, непонятно. Потом. А, ну хлеб такой. И вот такой-то там опять берем. Это магнит. 200... Картофель 250 рублей, 700 грамм. Охренеть. Это дочка в Бразилии. Любит она фри, блин. Кошмар. Такие эклеры 169. Что-то сладенького захотелось. А такие по распродаже были. 112, что ли. А там 300 грамм всего. А тут 170 грамм, 175 всего грамм.
такие перчики инжирные. 200 рублей килограмм. Такие абрикосы по 159 килограмм. И слива. Это бордовая. Я брала. Очень вкусная. 200 рублей килограмм. И я хренею. Яблоки. 180 рублей килограмм. Яблоки. Что я больше всего не люблю яблоки, потому что редко можно найти вкусные. Вот, пожалуйста, взяла. Надеюсь, они мне понравятся. Ну вот, не увидела. И вот за это 180 рублей килограмм. Ужас. А еще арахис белочка. И йогурт такой. В общем, сходили в магазин. Пятерочка. 2,150. Магнит 1530. И светофор 1100. Охренеть. 4 с лишним тысячи. Сколько? Вот вы кушаете, как хорошо. В машине маслица поменять. Сколько? Сегодня у нас 1 июля. Прикупила чокопайчики. Фу, блин, какие чокопайчики? Чокопай. Пайки. Короче, чокопай. Дорогу. Ну, может, где-то чай попить в отеле. Может, по пути. Моя халва любимая. 50 рублей стоит. Фикс прайс. Чокопай 150 за 12 штук. Вот такие. Сколько вешалки стоят? Да, вешалки стоят 100 рублей 2 штучки. То есть 50 за одну. Вот такую. Юбки, шорты, штанишки повешать. Коктейль такой взяли. Что-то даже не глянули срок годности. Вкусный, кстати. 26,50 уже стоит. Не в смысле, что уже, ну. А вот... Ой, что там загремело. Вот такую халву. Ой, просто какую халву. Пастилу. Первый раз взяла попробовать сейчас. Расскажу, может, кому-то интересно. 50 рублей стоит. Что-то так захотелось. Я так понимаю, это что-то типа зефира, только со вкусом фруктов. Потом увидели чай такой в фикс прайсе. По-моему, 50 рублей стоит. Просто купить. Попробовать. Мой любимый йогурт, но это из Магнита. Новосибирские дожди. А кто под зонтиком сидит? Ты чё такая обалбешенная? Чё, Алиска? Помогает от дождя? Чё, не понедельник у нас? Да. Я наготовила еды. И супчик. Хотела посмотреть реальных пацанов. Вот там бац. И все. Сейчас включилась. И все. И нету ни интернета, ни телевидения. Вот так. Ровно полгода назад, перед Новым годом, у нас сломался, да, интернет? 2 недели не было. Что, нам сейчас через 2 недели выезжать? Тоже на 2 недели сломается? Я в шоке. О, боже. Печалька. Будем есть. Да?